Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 13 декабря. И я Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте, большой привет Марии Николаевне и Косте с Оксаной. Партнеры программы — сеть цифровых супермаркетов «Снежный Барс». Новогодние скидки в «Снежном Барсе». Купи телевизор, планшет, ноутбук или системный блок, найди слово «Барс» на скрич-карте и получи скидку до 100%. Все в твоих руках. «Снежный Барс». Новогодние скидки в «Снежном Барсе». Купи телевизор, планшет, ноутбук или системный блок в цифровом супермаркете «Снежный Барс». Найди слово «Барс» на скрэч-карте и получи скидку до 100%. Все в твоих руках. Только с 1 декабря по 15 января 2015 года. Подробности акции на местах продажи на сайте slovobars.ru. По республике. По северным районам морозная, преимущественно без осадков, со слабым ветром погода. По остальной территории местами небольшой умеренный снег. Ветер северо-западный 6-11 по Прибайкалью до 14 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная 39 мороза, местами до минус 29, днем минус 26. По центральным районам ночью минус 16-21, днем 13 мороза, местами до минус 19. По южным районам ночью минус 23, по Закаменскому району 34 мороза. Днем 15 ниже 0, местами до минус 8. В столице Бурятии возможен слабый снег, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 19 мороза, днем максимальная минус 11. Атмосферное давление существенно не изменится. Окаменевшие останки тараканов найдены в породах возрастом более 300 миллионов лет. Так что наши домашние тараканы почти на 100 миллионов лет старше динозавров. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Так что можно гордиться, что тараканы живут с нами.